Друзья, привет! Фикс прайс, Клантай 24 и 30, Санкт-Петербург. Была новая поставка товара. Мне многое понравилось, особенно в отделе кухни. Приятного вам просмотра. Новая серия шампуней и бальзамов для волос. Есть шампунь и бальзам для всех типов волос с пептидами, протеинами, с экстрактом ванили, ароматом бергамота и сочного яблока. Также есть шампунь и бальзам для ломких волос с коллагеном, протеином, кокосом макадамии, экстрактом какао. Много натуральных компонентов. 79 рублей 400 миллилитров. Ночной крем для похудения с разогревающим эффектом. Горячий шоколад от Флорисан. Уменьшает объемы тела, сжигает подкожный жир, подтягивает контуры. Но я думаю, все равно надо заняться физическими упражнениями. Иначе не будет результата. 200 миллилитров 83 рубля. Крем для рук. Есть ретинол, питание и регенерация, коллаген, интенсивное питание, гиалурон, глубокое увлажнение. 49,50. Новый женский дезодорант спрей от Дру. Свежесть океана. Без солей алюминия, не содержит тальк. 99 рублей. Очень приятный аромат. Новинка – бальзам-кондиционер гладкости блеск с экстрактом земляники против ломкости и выпадения волос. 250 миллилитров от Флорисан. Также есть с гиалуроном, экстрактом грейпфрута и экстрактом яблока. К сожалению, цены не было. Новый гель для мытья посуды – сочный мандарин, сила цитруса. 450 миллилитров 59 рублей. Вновь поступили гель Бреф Тотал для туалета, чистота и блеск, лимон и лайм, 700 миллилитров, 99 рублей. Средство для очистки, сила и скорость, мистер Пропер для кухни, 199 рублей. Плательница вафельная, это новенькая, очень плотная, с двухсторонним рисунком, с бабочками. Размер 30 на 60 сантиметров, это хлопок. Вот такие нежные, неброские расцветки. Производитель Узбекистан, 99 рублей. Новые коврики. Коврик Фризе, 66 на 105 сантиметров. Очень толстенькие. Основа войлок. Очень густой ворс. Нашла две только расцветки, светло-серые и полосатые. Обработка оверлок. Производитель Санкт-Петербург, 349 рублей. Коврики мне понравились. Новая зубная паста, натуральная зубная паста, бережное отбеливание, хлопок и мята от производителя Президент. Эффективное очищение, 99 рублей. Переходим в наш любимый кухонный отдел. Здесь появились отличные контейнеры для хранения с крышкой и клапаном на 2 литра. 30 на 10, высота 9,8 сантиметров. Материал полиэтилен терефталат, термопластичная резина, это клапан. Отлично подходит для хранения продуктов в холодильнике. Крышка плотно закрывается. Вот так все это выглядит. Цена 199 рублей. И второй контейнер, он пониже и поменьше, на 1,5 литра, размер 27,8 на 14,6 сантиметров. Также подходит для хранения в холодильнике, он беленький, и вот это клапан, его можно открыть и слить лишнюю влагу. 199 рублей. Вновь поступили подставки для бумажных полотенец, их всегда разбирают очень хорошо. Состав дерева и окрашенная нержавеющая сталь. 149 рублей. Новые подставки под горячий, диаметр 19,5 сантиметров. Толстенькие и вот такие вот все узорчатые. Есть два узора. Это термопластичная резина. Три расцветки и два узора. Выдерживают температуру до плюс 100 градусов. 49,50. Набор формочек для печенья в коробке. Коробка с крышкой. 13 разных формочек. Теперь точно ничего не потеряется. Будет храниться в одном месте. Также на обратной стороне есть рецепт песочного печенья. Все это сделано из полипропилена.
есть разные расцветки, вот такие красивые, 149 рублей. Салатник на литр 100, сделан из фаянса, очень приятный цвет, 124 рубля. Новая серия посуды, пиала 520 мл, вот с такими разноцветными крапинками, черной каемочкой, светлая, это керамика, 62 рубля. Тарелка 18 сантиметров, керамика, 59 рублей. Везде надпись «Наслаждайтесь жизнью, любите себя каждый день». И салатник большой на литр 850, керамика, сделано очень аккуратно, салатник тяжелый. 199 рублей. Привезли очень симпатичные блокноты для творчества. 60 листочков. Не открыть, все запаковано. Закрывается на липучку. Очень приятная обложка. Внутри, я видела в других обзорах, внутри картинки на каждой страничке. 99 рублей. И еще блокноты в мягкой обложке. Внутри также клетка и картиночки на каждой страничке. И в начале есть место для записей, для дневника. 149 рублей эти стоят альбомчики. Вот такие есть расцветки обложек. Обложка толстая, мягкая. Симпатичные детские панамы с очками, 100% хлопка, на обхват головы 52 сантиметра, на возраст 4-6 лет, внутри подкладка также из хлопка, очки есть разные, и глазки также есть открытые и закрытые, 199 рублей. Симпатичные шляпки детские, глубокие, с ушками, с глазками, с носиком. 64% бумага и полиэстер на 4-6 лет. Вот такие есть расцветки. Цены, к сожалению, пока не было. Поступили комплекты на мальчиков. Майка и трусики. 95% хлопок. На рост 104-128. Все в полоску, но разные полоски, разного цвета. Все очень симпатичные. Есть светленькие, есть потемнее. Я один открыла. Прекрасно, просто все сшито. Очень приятный хлопок. Трусики такие. Цена 249 рублей. Друзья, спасибо большое за внимание. И опять я вас приглашаю на прогулку. В этот раз мы пойдем через Александровский парк в Петропавловскую крепость. Приехали мы, знаете, метро Горьковская, и пошли мы сначала смотреть мини-город. Там бронзовые и деревянные копии основных петербургских достопримечательностей. Но нам не повезло. Мини-город был закрыт. А это памятник апостолу Петру, покровителю города. У него все время воруют ключи. В этот раз они были. А мини-город мы посмотрели со стороны. Ну, видимо, была ненастная погода, у нас то дождь, то снег. И парк закрыт, вернее, мини-город. Ну, посмотрим со стороны немножко. В другой раз повезет. Очень жаль. Непонятно, почему закрыт. Так, Казанский собор.
Спас на крови. Там Эрмитаж, Зимняя площадь. Так, там мини-Исааки. Не подойти, ребята, все закрыли. Почему? А сейчас мы подходим к скульптурной группе Зодчи. Она установлена в этом парке в 2011 году. Представляет собой композицию из фигур 8 знаковых архитекторов. Трезини, Россини, Монферрана, Тома де Тамона, Растрелли, Воронихина, Баженова и Захарова. С ними можно постоять рядышком, посидеть. Посмотрите, какие у них пальчики натертые. И коленки люди на, чтобы вернуться сюда. Красивая очень композиция, можно сфотографироваться. Друзья, с вами прощаюсь до завтра. Завтра будем гулять дальше. Всего вам самого хорошего и пока. Может, живой, может, не живой. Вот такой замок.